Прогуляться по прекрасному саду дворца Юсуповых на Мойке не получится до конца октября. Весной там начнется капитальный ремонт, который необходим для обновления инженерных сетей, а также благоустройства и озеленения территории. Капитальный ремонт сада дворца Юсуповых на набережной реки Мойки начнется в марте и продлится ориентировочно до 20 октября. В это время на приусадебной территории отремонтируют инженерные сети, систему водоотведения и дорожки. Кроме этого, намечен широкий спектр работ по благоустройству и озеленению территории. Здесь высадят новые деревья, кусты, благоустроят газонные клумбы, заменят урны и скамейки. В период ремонтных работ вход в сад дворца Юсуповых будет закрыт в целях безопасности.